Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я сделал маленькую подборку про Алексея Гончаренко. Знаете, смотрю, какой же он все-таки шизофреник. Что он все-таки творит и как он унижает страну, Украину и одесситов. До каких же пор мы будем этого недоноска просто терпеть? Он для меня является убийцей. Он должен отвечать за все свои преступления перед народом. Поэтому посмотрите, делайте выводы, кого на самом деле поддерживают. Мы решили, как народные депутаты от БПП, дать ответ пану Путину на эти его действия. И ответ мы хотим дать в старовинном украинском стиле, который нам еще показали наши пращури-запорожцы. Ви всі знаєте, як колись ще в 17 столітті запоріжці одному загарбнику, на той час султану, відповіли своїм славновідомим листом. Текст повністю підходить для того, щоб нам відповісти сьогодні Путіну. І так, наша відповідь, як депутатів, на яких поклала санкції Російська Федерація і пан Путін, Володимиру Путіну. 7 листопада 2018 року від Різдва Христового. Ти, президент, чорт московський і проклятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар. Який ти в чорта лицар, коли голим задом їжака не вб'єш? Не будеш сучити сину, синів українських під собою мати? Того війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою. От так тобі український народ висловив, плюгавче. Не будеш ти і свиней християнських пасти. Тепер кінчаємо, бо число знаємо, і календар маємо, місяць у небі, рік у книзі, а день такий у нас, як і у вас. За це поцілую дупу нас. Нашу свободу і покажем, що ми браття козацького. Здравствуйте. Кто тут меня вспоминал? Здравствуйте. Мы телеканал Россия. Вы? Да. Но я боюсь к вам подойти в перчаток. К сожалению, для того, чтобы общаться с российскими представителями, нужно быть в костюме химзащиты, потому что вы убиваете людей. Где ваш костюм химической защиты? Вот перчатки, я начинаю с них, потому что пока вас еще надевайте здесь мало. Надевайте скорее. А когда вас станет здесь больше, нас много, мы вас окружаем. Перчатки да, надевайте. Да, я знаю. Вы любите ездить смотреть на готические соборы, как в Солсбери. Вот есть такая вот штука, она вам понадобится. Она вам понадобится, потому что вы загадили голову миллионам россиян. И вот эта штука, вот есть такая, видите, классная бумага. Вот это специально для вас. Она вам просто украсит, вот ваш Посмотрите, какая красота. Когда Россия совершит следующий акт агрессии или террористическую атаку, как в Солсбери, часть вины будет лежать на вас, на тех, кто сидит глубоко за полночь только для того, чтобы вернуть Россию в пасе. Запомните это. В тюрьме, которой вы издеваетесь. Тобой. Все а хорошо, ты? Успокойся. Мы твою руку протянутую знаем, твою руку негодяя. Конечно, меня ней, трогать не нужно. Газ новичок. Да, в ней газ новичок. Все, не да, кричи, в ней все хорошо. И шпиль Солсбери, и ракеты Бук, и все остальное. За каким кругом столом? Ты будешь сидеть на скамье подсудимых вместе с Путиным.